В микрорайоне Кукисумчор заливают каток. Это инициатива депутата Марка Смирнова, который второй год подряд со своими помощниками делает это зимнее развлечение доступным для жителей и гостей 25-го. На стадионе Кукисумчора будет сделан каток. Уже сейчас активные жители микрорайона выполняют подготовительные работы. Сейчас работа проводится по расчистке снега, по утрамбовке. Вот. Размеры катка примерно 25 на 30 метров. Вот. Нам помогает Черный Роман Иванович. И самую основную работу делает своими силами. Вот. Ребята, которые неравнодушны к видам спорта, к зимним. Сейчас «Ратрак» счищает и утрамбовывает снег. После этого волонтеры начнут заливать борта и саму поверхность будущего льда. Кстати, сделать это нужно не меньше 20 раз. Ведь только тогда кататься будет комфортно. Ну, сейчас закончится выравнивательные работы. Буду заливать каток. Каким образом? Ну, ствол настраивается там по-разному. Сейчас как бы мне нужно, чтобы он разбрызгивал все. И заливать потихонечку. Весь процесс подготовки льда занимает очень много времени и сил. Поэтому депутат Марк Смирнов, который и стал инициатором организации этой зимней забавы, призывает на помощь жителей. Поэтому мы призываем всех жителей микрорайона, кто готов помочь, приходите, помогайте, работа всем найдется. Также ведется работа и с городской администрацией. Уже есть понимание того, что нам нужно помогать здесь. Своими силами мы можем только организовать этот каток, а поддерживать – вот это самое трудное. Работы планируют завершить к рождественским праздникам. А если вы хотите помочь ускорить этот процесс, то звоните по телефону, который вы видите на своих экранах.